На протяжении двух соревновательных дней в Хасортовском дворце спорта имени Гамида Гамидова проходил чемпионат Северокавказского федерального округа по грэпплингу, в котором приняло участие около 170 спортсменов. Данные соревнования проходили после отборочного этапа, а в нем отборолось более 400 грэпплеров. Сама тенденция развития грэпплинга в Дагестане была сейчас заметна на отборочном чемпионате Дагестана, который проходил буквально месяц назад, в котором принимало участие почти 420 человек. Техника, конечно, с каждым годом растет. Помимо Дагестана участвует и Северная Осетия, которая нас порадовала сегодня своим участием. Почти 30 человек приехало оттуда. Есть участники из Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и Чеченской республики. Что касается Дагестана, участвовали такие города, как Буйнакск, Кизляр, Избербаш, Хасавюрт, Махачкала. С нашей республики около 80-90 человек. Первенство СКФО в гикимоно и в ноуги по грэпплингу проходило по версии United World Wrestling. Нашу республику представляли команды Old School, Боевой Орел, клуб имени Саид Мухаммад Хаджи Абубакарова, Dog Fighter. Что касается Дагестан Комбат Клуба, их спортсмены участвовали со всех филиалов и городов. Представляю клуб ДЦЦ Хасавюрт. Схватки тоже провел, две схватки. Первую схватку с Махачкалы ДЦЦ, вторая с Чечни. Вроде нормально провел. Четыре возрастные группы. С 1996 года и по 2003. 41 весовая категория, распределенная по всем командам. Дагестанская приняла участие в небольшом составе, потому как в нашей республике буквально месяц назад прошел предварительный отбор на данный чемпионат, в котором приняло участие в 7 раз больше спортсменов. 6 первых номеров, соответственно, принимают участие на данном турнире Северокавказского федерального округа со всех регионов. Выступают хорошо. Наверное, 3-4 года назад развивается грэпплинг в Чеченской республике. Сегодня здесь очень хорошие грэпплеры выступают. Очень хорошо идет турнир по плану. Будем стараться, продвигаться будем. Данный турнир является отбором на чемпионат России среди юношей и юниоров. По итогам соревнований третье место в неофициальном зачете у сборной Северной Осетии Алании, серебро за Чеченской республикой и золото СКФО. Первое общекомандное место у Республики Дагестан. Арсан Дациев, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».